11.06 в Кирове. Программа «Дневной разворот» в эфире. В студии Дарья Топузлиева. И Анна Лапшина. Всем здравствуйте. Мы сегодня работаем 2 часа. Работаем в прямом эфире. Напоминаю, номер нашего телефона 211-101. Пожалуйста, звоните, если у вас есть реплики, вопросы по тем темам, о которых мы будем говорить. А тема наша следующая. В Кирове начали открываться магазины, а для граждан ввели масочно-перчаточный режим. О том, нужно ли носить маски и перчатки в обязательном порядке, если да, то где, поговорим после 12 часов, а сейчас о том, как бизнес выходит из карантина. Ну, в соответствии с постановлением, там и последними документами, которые наше региональное правительство приняло, разрешено со вчерашнего дня работать непродовольственной рознице, тем магазинам, площадь которых не превышает 400 метров и которые имеют отдельный вход, то есть не находятся в торговых центрах. Да, губернатор еще что-то говорил о том, что должно регулироваться количество людей, которые находятся одновременно в торговом зале, но я, если честно, в постановлении не нашла каких-то цифр. Там говорилось, по-моему, о том, что должно приходиться на одного покупателя в районе 4, по-моему, квадратных метров площади магазина. Ну, не знаю. Ну, в любом случае контролировать, да, чтобы скученности в зале торговом не было. Мы сейчас будем связываться с представителями кировского бизнеса. На связи с нами на телефонной собственник и директор сети магазинов «Сон» и я, Сергей Бутрин. Сергей, добрый день. Здравствуйте. Да, Сергей, вы работаете? Да, со вчерашнего дня стали открывать магазины на первых этажах до 400 квадратных метров. Угу. Сергей, давайте мы немножечко расскажем, просто познакомим слушателей с вашей компанией. Только сколько сотрудников, сколько магазинов, какой ассортимент, когда вы закрылись на карантин, вообще не работали или какая-то возможность там дистанционных продаж, еще чего-то было? Да, вот смотрите, у нас на данный момент 41 сотрудник, да, всех сотрудников сохранили мы. Магазинов у нас в данный момент 19, да. Вот, конечно, не все сейчас могут работать, магазины, вот, к сожалению, да. Ну, что делать, такие правила, вот. Ассортимент у нас текстиль для дома, трикотаж, вот, такой у нас ассортимент. Вот. Закрылись мы 28 числа, 28, да, по указу губернатора, указу президента. 28 марта, угу. 28 марта, да. Ну, как и все, наверное, как вся розничная торговля непродовольственная. Вот. Начали мы пробовать открывать первые магазины 6 апреля в режиме пункта выдачи без посещения торгового зала по всем рекомендациям, да. То есть конечно, у вас... Да, первая неделя была очень такая... Продаж не было, люди боялись, на улицах ходило народу очень мало. Угу. То есть у вас есть возможность через интернет принимать заказы и выдавать их, я правильно понимаю, да? То есть вы как-то наладили эту конечно. Систему? Много ли, да, много ли было желающих? То есть вы говорите, что было мало народу? Да, желающих, конечно, было в разы меньше по сравнению с офлайн-продажами, в разы было меньше. Ну, на данный момент, да, это как бы, был хоть какой-то выход как-то удержаться на плаву. Сергей, насколько в итоге критичной оказалась ситуация вот этого простоя? Какие убытки понесла компания? Ну, вы как-то подсчитывали, да, вот потери? Ну, на данный момент сейчас цифру пока сложно вывести, да, но, естественно, потери есть, потому что, во-первых, аренды, да, конечно, в основном все снизили аренды, все собственники по-разному снизили аренды, да. Ну, как бы в основном все пошли навстречу на снижение, да. То есть вы арендуете помещение, не в собственности они у вас, да? Часть собственности, часть в аренде. Торговые центры, естественно, в аренде все. Угу. Но торговые центры сейчас, ведь у вас там точки и не работают еще пока. Конечно, конечно, не работают. То есть это разрешение работать, которое со вчерашнего дня выдано, оно для вас важно. А что сотрудники ваши говорят, которые вышли вчера на работу? Ну, сотрудники говорят, конечно, что хорошо очень, наконец-то, да, мы начали работать, все равно, как бы, работать нужно. Если все еще бы остановилось намного дольше, то, возможно, это гораздо хуже бы сложилось на нашей ситуации. Сергей, а вот тот обязательный масочный режим, который прописан в последнем постановлении правительства области, как-то вы его соблюдаете, пускаете людей, тех, кто пришел без масок? Ну, это, конечно, в рекомендательном все, да. Ну, мы стараемся, чтобы все были в масках, естественно, чтобы безопасность была. Да. Ну, то есть сотрудники все в масках. В обязательном порядке, да?
Конечно, это обязательно, да. Много ли было покупателей, Сергей, вчера? Вот первый день магазины открылись. То есть можем как-то сопоставить там вот обычные какие-то дни, да, до карантина и вчерашний день? Ну, понимаете, в разных точках было по-разному. Где-то, да, люди пошли на самом деле, да, где-то не. То есть пока с первого дня сложно оценивать ситуацию. А вы как-то информируете людей? То есть аншлаги какие-то появились на магазинах? Ура, мы открылись, да? Наконец-то, заходите к нам. Ну, в основном в соцсети. В основном в соцсети, в соцсетях, да, ВКонтакте, в Инстаграме, в Одноклассниках, да, информируем. Угу. Ну, плакаты какие-то на магазинах, да, небольшие, естественно, вывесили. Понятно. Еще вопрос такой, Сергей. Обращались ли вы, ваша компания, за какой-то помощью государства, то, что было обещано, да, какая-то поддержка? А если да, то за какой, и получили ли ее, или там рассчитываете получить? И если нет, то почему? Ну вот, на грант мы заявку подали, да, мы по всем критериям совпали, да, все условия с нашей стороны выполнены, да. Вот заявку подали, сейчас ждем. Так, простите, посмотрим. Пожалуйста, какой грант? Грант, ну вот субсидия, а, да, субсидии. В размере 12-130, да-да-да. Социальные вот эти субсидии, да, в размере минималки по сотрудникам. Да, да, да. Угу. То есть вы соответствуете тем требованиям сохранения штата 90% и прочее? То есть у вас это все, да, осталось? Конечно. Да. Еще вопрос, Сергей. Продумывали ли вы на будущее, ну, какие-то, я не знаю, там, механизмы взаимодействия с покупателями и работы компании в случае неблагоприятного развития ситуации? То есть нас эксперты сейчас предупреждают о том, что осенью может быть вторая волна. Ну, вот это направление, про которое вы говорите, интернет, там, дистанционные продажи, планируете ли вы его развивать? Ну, да, нужно пробовать, конечно, чтобы как-то защититься, да. Ну, соцсети, как бы сейчас в данный момент упор на них делаем, на соцсети, конечно, да. Ну, вот сайтом тоже будем заниматься. То есть все-таки в планах это есть? Да, конечно. Хорошо, благодарим. Сергей Бутырин, собственник и директор сети магазинов «Сон и Я», был с нами на связи. Сергей, удачи, и, пожалуйста, покупателей всех призываем, да, в те магазины, которые открыли сейчас, которые уже работают. Если у вас есть потребность в чем-то, заходите, поддержите людей просто. Мне кажется, вообще сейчас есть необходимость в некой карте торговых точек, которые открыты или не открыты, да, потому что я вот так вот еду в автобусе и пытаюсь рассмотреть магазины. Надо выходить, чтобы, да, что-то купить или нет из автобуса. Потому что ты понимаешь, что там мне нужно то, мне нужно это, пятое, десятое, и ты не понимаешь, вот эти ребята работают, а эти открылись, вот эти вроде напротив еще закрыты, а тут кто-то начал работать. То есть все равно есть, видимо, некая какая-то неразбериха, да, даже с теми же самыми вот с масками, с обязательным и рекомендательным характером. Но мы после 12 часов будем связываться с представителями Роспотребнадзора, они нам все-таки объяснят, насколько эта история, она обязывает людей находиться в масках в общественных местах, потому что неразбериха полная, конечно. То есть кто-то говорит, что это рекомендации, при этом многие торговые точки, например, аптеки, взяли это за, ну, там, ну, распоряжение, давай, за обязательное. Да, давай это вот уже после, да, 12 с этими масками разберемся. Ну, радует, на самом деле, что кто-то дотянул до этой точки, что в итоге открылись, потому что буквально пару дней назад... Что значит, кто-то дотянул? Я, ну, все еще рассчитываю. Потому что не все дотянули. Вот пару дней назад еще была информация о том, что еще и Вудрум-бар закрылся. То есть, если говорить об общепите, который уже выставляет и это уже мебель не первая свою точка. На продаже. Не, да, первая точка, которая закрывается. Елена Вербицкая с нами на связи, генеральный директор компании «Триграции». Елена Глебовна, добрый день. Здравствуйте, да, добрый день. Анна Лапшина и Дарья Топузлеева, моя коллега, мы в студии в прямом эфире. Елена Глебовна, вы тоже работаете, да? Ваши торговые точки открылись? Да, со вчерашнего дня у нас открыты два магазина. Два, это два из скольки? Два из пяти. Два из пяти, то есть магазин, меньше половины, да, сейчас? Да. Меньше половины. Ну, давайте мы сначала просто слушателей познакомим, тоже напомню, да, о компании «Триграция», как давно она в Кирове работает, сколько у вас сотрудников, сколько магазинов, вы уже сказали, да, какой ассортимент, и, ну, вот, собственно, вот этот месяц, там, 40 дней у нас карантин длился, вот этот вот, да, почти что. Как вы его пережили? Ну, компания «Триграция» основана в 96-м году, то есть мы такие старожилы, нам скоро будет 25 лет. На данный момент у нас 5 магазинов в городе Кирове, вот, и где-то примерно 30 человек сотрудников, в основном это женщины. Вот. Мы занимаемся одеждой, специализированные магазины у нас, одежда больших размеров. Угу. Вот. Как мы пережили этот кризис? Мы закрылись 28 марта.
Ну, кризис, конечно, не закончился, я говорю о карантине, который мы были. Да, 28 марта все наши магазины были закрыты, ателье тоже было закрыто, вот, и мы практически месяц вот не работали. Наше ателье открылось по постановлению правительства Кировской области 27 апреля, мы смогли его открыть, а два наших магазина вот вчера открылись. И я так поняла, что люди, конечно, ждали открытия магазинов, потому что было много народу, было очень трудно справляться, хотя мы все меры предосторожности соблюдали, и есть у нас разметка, и мы проводили дезинфекцию два раза в день, и также после примерки, если одежда не была куплена, она обрабатывалась горячим паром. Достаточно трудоемкий процесс сейчас продаж. Угу. И затратный, я так понимаю. Ну, конечно, конечно. Ну, что сейчас говорить? Сейчас все несут потери в таких условиях эпидемии. О чем тут говорить? Ага, Елена Глебовна, я правильно поняла, что у вас свое ателье? Да. Да, свое ателье. Угу. Еще такое... Ателье по ремонту одежды, по подгонке, по фигуре. Ага. Еще такой, Елена Глебовна, вопрос. Вот за эти 40 дней, пока не работали вообще торговые точки, была ли у вас возможность хоть как-то работать, то есть там в режиме дистанционном, в режиме онлайн-продаж, еще что-то? Угу. Вы знаете, конечно, мы были офлайн-магазинами, но в период вот вынужденного, так сказать, сидения дома мы пытались продавать через интернет. И ну, подавляющее большинство вот россиян, и в том числе и жителей нашего региона, покупать одежду через интернет не решаются. Uh-huh. Но это не только мое мнение, это мнение вообще аналитических агентств различных. Ну, и я могу согласиться с этим, это довольно трудно. Покупать одежду, особенно в нашем сегменте, без примерки, довольно трудно. Организовать пункт выдачи мы смогли. Мы 27 апреля организовали пункты выдачи как для интернет-продаж. Угу. Но продажи там были крайне низкие, их практически не было, потому что примерочные были закрыты в наших магазинах. Поэтому вот такая была ситуация, что мы, в принципе, и готовы были продавать через интернет, но у нас это не получалось. Но не только у нас, эта ситуация по всей стране. Несопоставимые, получается, объемы там, да, с реальным взаимодействием с покупателями и вот через сеть. Да, конечно. Елена Глебовна, а у вас точки свои в собственности помещения находятся или вы их арендуете? Вот эти две точки, которые у нас со вчерашнего дня работают, они у нас в собственности. Остальные три магазина находятся в торговых центрах, в ЦУМе, в Фестивале и в Максимуме. Они закрыты. Пошли ли на встречу арендодатели? Уменьшили аренду, мы возможно? Мы давно арендуем в этих магазинах, в этих торговых центрах свои магазины. И, в принципе, знаете, я даже была удивлена в некотором роде той лояльности, с которой владельцы торговых центров, ну, с нами обошлись, скажем так. Особенно это касается торгового центра «Максимум», которые вообще вошли в положение своих арендаторов и предоставили нам, ну, хорошие, скажем так, условия. Угу. То есть в этом смысле, по крайней мере, человеческое возобладало, и все друг друга поддержали, получается. Ну, я знаю, что не все торговые центры, особенно те торговые центры, где владельцы не кировчане, не кировчане, что там ситуация совсем другая, и навстречу никто не шел. Елена Глебовна, вот тот же вопрос, который задавали предыдущему спикеру. Вы правильно уже отметили, что кризис на карантине, к сожалению, не закончился. А если будет вторая волна, продумывали ли вы уже какие-то пути выхода, как работать? Потому что действительно сегмент достаточно сложный в плане продаж онлайновых. Вы знаете, мы, конечно, понесли большие потери. Вот. Если будет вторая волна карантина, ну, у нас есть какая-то подушка безопасности, это связано с тем, что у нас довольно уже компания опытная, нам 25 лет, мы долгое время на рынке. Поэтому у нас есть некий резерв и некая подушка безопасности, но она тоже не бесконечна. Ну, мы можем там как-то позволить себе выплачивать зарплату и так далее, нести все затраты, которые мы имеем, ну, еще, может быть, 3 месяца, ну, максимум. Дальше начнется что? Мы начнем закрывать свои магазины и сокращать персонал. Те магазины, которые у нас в собственности, ну, они остаются нашей собственностью, и они, скорее всего, будут работать по возможности. Ну, конечно, не хотелось бы строить таких страшных прогнозов. Угу. Надеюсь, что когда-то это закончится.
В случае, если ситуация все-таки благоприятно будет развиваться, подсчитывали ли вы примерно, какое время вам понадобится, вот даже не на то, чтобы покрыть эти убытки за время ограничений, да, а хотя бы, чтобы выйти на прежние там, обороты, что называется. Вы сказали, что много было покупателей, они соскучились, да, но вот примерно как бы по оценке, по подсчетам. Вы знаете, вообще что-либо спрогнозировать сейчас достаточно сложно. Вот вчера первый день магазины были открыты, и покупателей было достаточно много. Угу. Что будет дальше, трудно сказать. И видите, какая-то немножко двоякая ситуация. С одной стороны, мы должны сидеть дома, у нас карантин. С другой стороны, магазины, стрит-ритейла вроде наших, они открыты. И люди приходят. Ну, мои продавцы, они работают сейчас тоже, получается, на передовой. Ну, трудно же определить, инфицирован человек или нет, хотя все меры предосторожности, в общем-то, соблюдаются. Что будет дальше, я боюсь давать такие прогнозы. Угу. Еще вопрос, Елена Глебовна. Вы сказали уже, да, что там зарплата, все вот это вот сохранено. Вы как-то пытались там, да... Ну, вот есть непопулярные меры, что называется, да, для того, чтобы бизнес как-то там сохранить, да, поддержать. И есть меры, там, направленные на поддержку сотрудников. Что-то делалось в вашей компании в этом направлении? Ну, вы знаете, мы сохранили зарплаты сотрудникам. Угу. Вот. Постарались это сделать. Вот. Какие вы говорите о непопулярных мерах? То есть, что вы имеете в виду? Ну, смотрите, кто-то там, да, ну, пытается как-то там снизить издержки, не знаю, там, кого-то, кто, может быть, в отпуске не был, да, кого-то в отпуск, там, кто-то говорит, там, хорошо, я пойду посижу пока без содержания, там, еще что-то. Вот, но я понимаю, что большинство-то компаний наших кировских, поскольку мы все в одном городе живем, постаралось обойтись без таких мер, да, потому что все равно, если мы с людьми хотим дальше работать, да, ну, как бы понятно, да, что друг друга надо поддерживать. Возможно, какие-то там, да, были действия с вашей стороны предприняты, наоборот, на поддержку сотрудников. То есть вот вы говорили про онлайн-продажи, там, да, может быть, там как-то вы чередовали, там, да, сотрудников. Вот сейчас у вас 2 магазина из 5 работают, может быть, какой-то график составлен, да, чтобы все сотрудники могли заработать немножко. Да, у нас работают все сотрудники. Все-таки мы не то, что те, кто из торговых центров, они сидят дома, без зарплаты. Нет, такого нет. Все сотрудники получают зарплату. Они работают по очереди, в графике. Вот. Кроме этого, мы проводили обучение по онлайн-продажам. То есть люди многому научились за период карантина. То есть они научились сами размещать посты в интернете, кто-то, если это не умел. Ну, то есть как-то мы старались все-таки с пользой применить вот эти вынужденные выходные. Вот. Новые появились... как называется-то, не функционал, а новые скиллы появились, вот, ну, да. у сотрудников. Да. Да. Елена Глебовна, и последний вопрос еще скажите, пожалуйста, обращались ли вы за какой-то помощью и поддержкой государства, вот из того, что было нам обещано? Если да, то за какой? Получили ли ее? Если нет, то почему? Ну, государство вроде бы нам обещало 12-103 на каждого человека, да? Конечно, мы обратились за этой поддержкой, но пока еще результат неизвестен. Вот, ну, я думаю, что если эта поддержка будет, она очень важна для бизнеса, для нашего бизнеса. То есть это мера действительно работающая, да? Ну, конечно, она не покроет всех издержек, которые мы понесли, но хотя бы, как говорится, хоть что-то, это будет большая помощь. И мы с благодарностью ее примем от государства. Спасибо большое. Елена Вербицкая, генеральный директор компании «Триграция», была с нами на связи. 2 магазина компании «Триграция» работают со вчерашнего дня. И, пожалуйста, вот еще раз, все кировчане, кому нужно что-то, поддержите, пожалуйста, кировских наших предпринимателей. Да, будьте рядом там, да. И... По поводу арендодателя, да. Собственно, вопрос, почему я задавала. Пишут слушатели у нас, что у мужских рубашек, видимо, магазин, закрылась точка у филармонии. Причина: арендодатель сказал... не волнует, либо платите аренду, либо съезжайте. В итоге магазин съехал, сотрудников всех уволили. Угу. Вот, то есть далеко не все идут. Я очень надеюсь, что арендодатель нашел сразу же тех людей, которые платят ему, да, и платят вовремя, и по той ставке, которая была до карантина.
Ну, я просто смотрю, конечно, для Кирова, может быть, это не так актуально. Я смотрю, что пишут арендодатели в Москве, те, кто сдает квартиры даже, да. Очень много людей как раз пошли на снижение ставки арендной просто для того, чтобы сохранить кого-то. Потому что во время карантина искать новых арендаторов – это, ну, очень большая проблема. Марина Слотина с нами на связи, заместитель директора сети ювелирных салонов Сергей Слотин. Марина Владимировна, здравствуйте. Алло. Сорвался, видимо, у нас звонок. Попросим еще раз, наверное, перенабрать. Да. Вот, а я тут пока смотрю, да, пока у нас 30 секунд есть, смотрю, как другие регионы выходят с карантина и какие требования там предъявляются для тех, кто вышел на работу. И вот смотрю, что в Нижнем Новгороде, ну, правда, не совсем поняла, не успела прочитать, уже открывают салоны красоты или также это будет последний из этапов, но там предлагают салонам установить за свой счет видеокамеры. Это, кстати, чтобы можно история, было следить, да, за проведением процедур. То есть все ли там, видимо, в масках, в перчатках. Насколько я помню, там раньше у Роспотребнадзора было требование вплоть до того, чтобы каждый клиент обслуживался в отдельном кабинете. Я не знаю, сохранилось ли оно до сих пор, потому что представители индустрии красоты говорили, что это сделать невозможно. Особенно там в условиях парикмахерских, когда это парикмахерский зал, и он именно залом называется, а не кабинетами. Есть у нас, да? Ну, мы с представителями этой индустрии попозже немножечко поговорим. Марина Владимировна, добрый день. Здравствуйте. О, вот, Марина Слотина с нами на связи, заместитель директора сети ювелирных салонов Сергей Слотин. Марина Владимировна, вы тоже открыты со вчерашнего дня, но открыты не все магазины, как я понимаю, да? Да, мы открыли 2 магазина. Естественно, это отдельно стоящие магазины с отдельным входом. Это на Октябрьском 78 и старый универмаг Ленина 79А. И третий магазин в Кирово-Чепецке на проспекте Мира 23. Там тоже у нас с отдельным входом магазин. Вот, мы открыли, работаем. Слава богу, мы, конечно, ну хотя бы лед тронулся, хотя бы что-то началось. И мы очень этому счастливы. А сколько магазинов всего? Сколько закрыто сейчас? 4 магазина у нас еще закрыты в торговых центрах. Это у нас ЦУМ, Европейский, Максимум и Большой Глобус. Они у нас закрыты. Вот, конечно, очень жаль. Мы уже все переживаем и нервничаем. И продавцы уже у нас нервничают, хотят работать. Конечно, есть такое предложение. Не знаю, может, меня услышат наши власти. И, может быть, торговые центры как-то подумают и продвинут эту идею. Почему бы не открывать торговые центры этажами? Вот есть у меня такая идея, почему вы не открываете этажами? Конечно, с соблюдением всех санитарных норм. Это вы имеете в виду? Всем... Например, в понедельник работает один этаж, во вторник другой, в среду следующий? Нет. Ну вот не хотят они пока открыть, например, с какого там, с 25-го, например, открывают торговые центры, например, только первый этаж работает. Через какое-то время, ну посмотрите, как это все происходит, значит, как люди соблюдают все в масках, чтобы все ходили, естественно, вот, чтобы в отдел пускали там по 2 человека. Ну, это же все можно организовать-то. Это правда. Вот, только лишь бы люди ожили, понимаете? Ведь самое главное, чтобы ожили люди, потому что самоизоляция, это, знаете, я, мне кажется, вообще смерти подобно. Это иммунитет падает, и скорее подхватишь какую-нибудь инфекцию, потому что нет настроения, не радуются они жизни, эмоций нет. Ну вот, поэтому я вообще считаю, что эмоции – это самое главное лекарство в нашей жизни. Марина Владимировна, вот 2 магазина, получается, у вас всего открылось. Вы будете сотрудников как-то перераспределять, чтобы они все успевали работать по сменам и какую-то зарплату зарабатывать? Да нет, или нет, те, кто работал? Пускай они как работают, так и работают. Я все же надеюсь на здравый смысл наших, нашего правительства, надеюсь на здравый смысл. Я надеюсь, что так долго это не затянется, и что потихоньку они будут открывать торговые центры. Вот. Потому что, ну как я могу из других людей в этот же, например, на Октябрьске? Это же надо учет делать. У нас же материальная ответственность. Ну, конечно, да. Просто. У вас товар тоже непростой. У нас же это все непросто. Вот. И ассортимент надо знать, конечно, да? Наверное, немножко отличается. Ну, самое главное, ассортимент они все знают. Самое главное ведь материальная ответственность. Вот. Но работать все уже хотят. Все. Работать уже все очень хотят. Все соскучились.
очень соскучились, я думаю, что готовы были работать в любых условиях, и в масках-то будем, и в перчатках-то будем, и всех покупателей, значит, ручки будем обрабатывать, дезинфицировать, только бы работать. А много вообще пришло вот вчера покупателей, сегодня? Потому что все равно так или иначе платежеспособность снизилась, как кажется, у людей. И, наверное, ювелирные украшения это не то, что в первую очередь пойдут покупать. Ну вот смотрите, я вам что хочу сказать. Мы же пока сидели апрель месяц дома, мы очень сильно работали на отложенный спрос. Ага. Мы создавали этот отложенный спрос. Мы очень много постили, мы очень много в соцсетях показывали новинок, мы очень много писали, мы проводили прямые эфиры, мы создавали отложенный спрос. И, конечно, вот этот отложенный спрос, он к нам вернулся. Вернулся вчера, но вот на Октябрьском магазине мы через прилавок уже 6 числа работаем. И вот этот отложенный спрос, он возвращается. Понимаете, у нас ведь товар-то такой, у нас все зависит от... Как это вам сказать, чтобы это пафосно-то не звучало? От любви. Любовь-то есть, так и жизнь есть. Дни рождения никто не отменял. Свадьбы никто не отменял. Рождение детей никто не отменял. И наши клиенты, они привыкли вот такие памятные подарки в виде украшений дарить, чтобы вот создавать эту историю-то, традицию семейную. Мы ведь этому учим уже много-много лет. Пока люди приходят, но именно по необходимости, по... Не просто так, вот спонтанных покупок нет. Угу. Нет такого, что я купила новую кофточку, я к новой кофточке сейчас куплю новые сережечки. Нет такого. Только по необходимости. День рождения, свадьба, окончание там поступления в институт, окончание школы, любовь там, вот эти вот вещи, которые... Вот это да, вот это у нас идет. Угу. Ребенку детские сережки, ушки прокололи. Вот именно только спрос, который необходимо. Ну, понятно. Марина Владимировна, к сожалению, вынуждена вас перебить. Нужно нам уйти на рекламу. Да, у меня вопрос. Можете ли вы остаться с нами на связи? Еще два вопроса к вам есть. Минутку подождать, пока идет реклама. Хорошо. Спасибо. Хорошо. Спасибо, не отключайтесь, хорошо. Пожалуйста. Угу. Возвращаемся в эфир. Дарья Топузлиева, Анна Лапшина в студии. И с нами на связи Марина Слотина, заместитель директора сети ювелирных салонов Сергей Слотин. Марина Владимировна, вы с нами по-прежнему, да? Да, я спасибо вас большое, что дождались. Еще два вопроса, Марина Владимировна. Первый вопрос история, связанная все-таки с мерой там поддержки сотрудников и поддержки компании. Пришлось ли вам вот из-за этих ограничений, которые 40 дней продлились, пойти на какие-то, может быть, не самые приятные меры, там, да, подсократить немножко зарплату, там, да, или, например, кого-то в отпуск отправить, или у вас все работают, ну, как, собственно, там работали и раньше, ну, то есть сидят дома и получают зарплату. Ну, вы знаете, нет, дома они не сидели. Я еще раз говорю, они у нас работали в соцсетях. Они у меня создавали этот отложенный спрос. Ну, в смысле, работают удаленно. Нет, работают, сокращения никого мы не сократили. У нас, вот мы не сократили ни одного человека, потому что самое главное вообще цель, мы же столько лет работаем, вообще наш коллектив, это наше богатство. У нас люди остались все полностью, сокращать никого не пришлось. Вот, и зарплаты мы всем выплатили. Послушайте, мы уже четвертый кризис переживаем. Ведь нашей компании уже 28 лет. Мы уже немножечко научились, как бы, знаете, вот какой-то хоть запас иметь вот в такие вот непредвиденные ситуации. Угу. Поэтому, конечно, я вот сейчас, мне жалко вот предпринимателей, которые 3-4 года работают. Кто только начинает еще. Начинает, да. Да если они еще на кредитах, понимаете... Вот, конечно, таких людей мне жалко. Это, конечно, сильно по ним ударит. Вот. Мы сохранили весь коллектив и сохранили зарплату, потому что, ну а что, как убавишь-то? Людям-то ведь нужно пить и кушать, и детей кормить. Как? Понятно, да. Как они придут голодные-то потом ко мне на работу? Еще, Марина Владимировна, такой вопрос. Обращались ли вы за какой-то поддержкой государственной, вот из того, что было обещано? И если да, то получили ли ее? Ну вот мы только за грантом обратились в размере одного МРОТа. А, это вот та субсидия, да, 12-130? Да, вот та субсидия 12-130. Мы надеемся ее получить. Вроде бы бухгалтер сказал, что у нас все хорошо, все это одобрено. Вот, посмотрим, деньги еще не пришли, посмотрим, мы надеемся. То есть эта поддержка, она значима для компании?
Ну а что, наверное. Деньги. Наверное, значимо, да. Наверное, значимо. Ведь зарплату-то мы им платили, но пусть хоть что-то компенсироваться. Хотя бы а часть. А почему незначимо? Хотя бы часть компенсироваться. Я вообще считаю, что если бы, например, наше правительство сразу об этом сказало, что все люди, которые будут сидеть дома, получат вот этот вот эти 12-130, и бизнесу было бы сразу намного спокойнее, меньше было бы паники. Меньше было бы паники, и люди бы, может быть, даже как-то там воспряли меньше чуть-чуть. Меньше было да. бы паники, бизнесу было бы немножко полегче, и они бы не так опускали руки, может быть, кто-то опустил, кто не опустил, слава богу, а наоборот, вы, может, думали, так, что-то, как это мне после всего этого выйти более подготовленным и так далее. Вот, как-то вот так. С большим оптимизмом, может быть, да? С большим оптимизмом, это ведь очень важно. К происходящему. Вот это очень важно, чтобы была вот этот, был оптимизм, была энергия, были эмоции. Без них нам, к сожалению, нет, не выжить. Благодарим. Мы все переболеем тогда, это точно. Да, здоровья нам всем. Да, Марина Слотина. Поэтому здоровья вам всем, и энергии, и оптимизма. Берегите себя. Любите себя и своих близких любите, и радуйтесь вообще жизни, радуйтесь, что мы живы. Да, спасибо большое за эти слова. Марина Слотина, заместитель директора сети ювелирных салонов Сергей Слотин, была с нами на связи. Еще сейчас свяжемся с представителями бизнеса из еще одной сферы, да, будем говорить с магазином «Парфюм», попросим нашего продюсера набрать эксперта очередного. Мне вот интересен такой момент по поводу вот этих 12 100. 103, да, рубля там, по-моему? 130. А если магазин все же работал, ну, в каком-то вот режиме в онлайн, как-то отбивались, чеки не отбивались, то есть уходило ли... Ну, естественно, а как? Ну, а если все это уходило в налоговый, магазин работал, могут ли они претендовать на эту поддержку? Получается, что ведь они работали. А, ну, то есть ты имеешь в виду, что не сидели да, без дела, то есть, получается, работали. Предприятие работало. Касса работала, чеки отбивались, какой-то доход шел. Ну, то есть вся для налоговой деятельность велась, ну, по большому счету. А разве эта мера поддержки распространяется только на тот бизнес, который закрыт? Мне казалось, что это на всех, но я это не мы, помню, мы да. это выясним. Да. Юлия Халтурина с нами на связи, директор сети магазинов «Парфюм». Юлия Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Да, добрый день. Вы тоже открыты? Да. Вы открыты? Наша сеть заработала со вчерашнего дня. Мы начали продавать. Да, у вас товары. Открыты все торговые точки или часть там работает, часть нет? Так, на данный момент из наших 38 торговых точек не открыта одна, потому что она расположена в торговом центре, который, к сожалению, пока не работает. То есть для вас вообще вот эта вот история с открытием, это просто, ну, практически все заработало? Да, практически все заработало. Мы очень рады. Да. Мы счастливы. Можем ли мы рассказать? Счастливы наши покупатели. Да, очень коротко. Да? Очень коротко. Сколько сотрудников у вас? Когда вы закрылись, работали ли в онлайн-режиме? Пробовали ли за время этих ограничений какие-то новые форматы работы с покупателями? Так, ну, у нас порядка 300 человек в штате. Мы закрылись на карантин 28 марта. Это было постановление правительства Российской Федерации, которое стало для нас неожиданностью, потому что все-таки там был список товаров непродовольственных, которые первой необходимости, в которые, в принципе, мы попадали. И мы рассчитывали, что мы будем выполнять эту социальную функцию и работать. Однако Кировское правительство Кировской области запретило нам торговать, и пока мы не получили от них разъяснения, до 7 апреля мы полностью не работали. 7 апреля мы открылись в режиме дистанционной выдачи заказов, ну и вот начали работать в таком вот усеченном варианте. То есть у вас был закрыт торговый зал, но стоял на входе в магазин какой-то там прилавок, да, за которым сотрудник выдавал заказ? Да, насколько... да, у нас был закрыт зал, к нам приходили покупатели, стояли у прилавка и говорили, что им нужно, продавец набирал и выдавал им товар. Насколько вообще упала прибыль при таком формате работы? Вы знаете, прибыль упала достаточно существенно, она на тот период составляла порядка 30% от общей дневной выручки. То есть от обычного? То есть треть практически, от обычного. Да, от обычной это порядка 70% она упала. Информируете ли вы как-то ваших покупателей сейчас о том, что вы открыты?
Наши покупатели, в основном это наши постоянные покупатели, которые у нас уже, ну, нас любят, знают давно, потому что сеть на рынке уже 23 года. Мы крупнейшая сеть региональная Кировской области по непродовольственным товарам, я бы так сказала. Наши покупатели, они нас знают, они нас ждали, они очень обрадовались, что мы открыты. И информировали мы их через свои социальные группы ВКонтакте, в Инстаграме. Через соцсети. Угу. Да. Покупатели пошли, покупатели рады вместе с нами. И вчера мы это увидели, мы благодарны им за то, что они нас не бросили, не оставили. И ну, готовы приходить к нам дальше. Еще вопрос, Юлия Валерьевна, вот какой. Скажите, пожалуйста, обращались ли вы за государственной какой-то поддержкой из того, что было обещано? Из тех мер государственной поддержки, которые были обещаны, мы все про них, про все эти меры мы знаем, но на данный момент мы, конечно, будем стараться получить все, что нам нужно, то, что нам может предоставить государство, но на данный момент не оказано никаких мер поддержки, на данный момент мы не получили. То есть вы это, наверное, все еще в будущем. К сожалению, пора нам на этом заканчивать. Юлия, спасибо большое за ваш комментарий. Это была Юлия Халтурина, директор сети магазинов «Парфюм». Магазины «Парфюм» со вчерашнего дня открылись. Пожалуйста, кировчане, есть возможность. Поддержите своих. Первый час на этом заканчивается. Да. С 12.06 мы будем говорить о масочном режиме, который, согласно постановлению, должен быть в нашем регионе обязательным.